основана на реальных событиях. Там про самоделки, путешествия всякие. Lex Group, по-английски 2P на конце. Введите в Ютубе просто в поиске велодом. Велодом, это, короче, да, велодом. Проще, если найти велодом в поиске Ютуба, там моя рожа будет. И рикша самодельная, велодом. Это один из моих проектов. Так. А? Да, не синий, а это другие чуваки. Мой такой, ну просто там моя рожа такая крупным планом. И написано велодом на колесах. Вот. Вот. А, вот. Ну да, фиолетовый дом такой. Да-да-да, мое, мое. Там много разных роликов. В каком-то из них есть оригинальный велодом. У меня много модификаций там разных. Блин, Санчес, ну вообще в космосе просто. О, орехи нашел. Видали, ребята, орехи лежат. Отдых. Отдых. Леха, дай мою воду. Думаете, стоит сейчас пить? Не надо, не надо, не пей, не пей. Сейчас вот здесь осталось 100 метров пройти. А до остановки дотерпи, Санчес. А до первого, скажем, бежать, где дорога чуть другая идти. Она сменится просто 100 метров. А до лэпки сколько? Куда? До лэпки, до вершины. Минут 25-40. Да. Вау. Знаете, как ребят может Леша до горы прогуляться, да? Да давай, снимите. Можно поставить лэпку? Ну нормально так. Ого! Нормально взлетели так. На высоту сколько здесь? Сотня, наверное, да, метров будет? Нормально, тут орехов много всяких. Желуди, желуди. Вот интересно, его жрать можно или нельзя? Ладно, положим, где лежал. Обалдеть, ребят. Чтобы вы понимали, это сотни метров, как мы выяснили, над уровнем моря. Я вообще еще можно высотомер включить, но сейчас мне не очень до него, кстати. А у вас есть высотомер? Включите по обряду. Кто-кто? Высотомер. Не, у нас нет такого. Мы так, мы на глаз. Сейчас я определю, сколько у меня есть. У него и радиоактивность. Да, да, все есть. Замеры. Сейчас да здесь нету ничего, скорее всего. Я высоту хочу. Альтиметр сейчас врубим. Так, сейчас он загрузится. 351 метр над уровнем моря. 350 над уровнем, ну, моря вообще. Вот такие дела. А про радиации здесь я вам говорю 99,9, что здесь ничего нету. Потому что даже выхода гранитных пород нету. Как-то в радиации лежать? Ну да, у меня хобби радиология, изучение радиации. Вот, как в Храпунове накрыло облаком Цезия-137, так и изучаю уже лет, наверное, 6 или 7. Подмосковье было. Авария «Электросталь» 2013 года, можете погуглить, там все, ну, есть в гугле. Да, поднимаемся. Санчес, что, готов? Двигаем. А, вот уже практически лэпка. Что там? Леха, аккуратно. Что там? Я услышал, как ты ногой. Я просто палочку подвинул, чтобы она на пути не лежала. Фух.
Ну, Санчес, ну райские сады, слышь? Вообще. Если море на сотню метров поднимется, здесь остров будет, да? Прикинь. Там плато, в смысле. Вон линия электропередач, ребят, кто видит, все там находится. Вообще обалдеть. Да, вообще вот нормально. Жарковато, правда. Сердце бьется, где? У меня нет. Реально, ты из-за кофты, ты больше тратишь энергии. Перегрев идет, что ли? Конечно. У тебя организм. У меня одна тонкая, вот это все. Больше ничего нет. У меня только это. Тоже тонкая. Вот, у меня вот, смотри, все вот. Вот на футболке Тёма вот стоит. Слушайте, а если взять бумажный самолетик запустить, долго лететь будет? Смотря как слепить. Ну, нормально слепить, чтобы Это кладбище? Да. Обалдеть. Можно здесь домик построить маленький на дереве. Через 10 лет оно уже будет где-то вот здесь, это кладбище. Я сказал. Подписчики, привет. Да, это Санчес снимает Лекс. Мы вот встретили ребят тут. Да зачем ты? Что ты делал? Зачем? А, это свисток, кстати. Ты знаешь вот этот? Знаю. Блин, ты вообще осведомлен. Тебе надо в Припять съездить. Ты сведущий, короче. Санчес, ты сведущий. Фу. Ты ведаешь. Ты понял? Охренеть вообще. Я сюда уже поднимался, вот он не поднимался. Я думаю, он оргазм ощутит. А он с самого низа идет и не смотрит назад. Я смотрю назад. Да нет. Вот этот человек. Ребят, снимите просто, реально вам легче станет. Да нет, сними, сейчас не холодно. Снимайте нормально, легче станет. Нет, я специально калории сжигаю себе. Я был больше тебя, дружище, в калориях. 150 килограмм. Я тоже был 151 килограмм. Я разбираюсь в этих калориях. Поверь, не запускай. 120 килограмм. Тоже понимаешь, что это такое. Калории не так сжигают. Калории сжигаются по-другому. Поверь, я знаю, что ты говоришь. А сколько говорит? В том плане, что если ты снимешь, у тебя просто выходит ваня, которую ты попил, она набралась. Короче, я сегодня ссу через кожу. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вот так вот. Верите или нет, это так. Вау, 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 полегче. Круто. Колесо вон там, ребят, чтобы вы понимали. Длина, дистанция где-то порядка 6 километров до колеса. Наверное. Или нет. Или да. Ну как, Санчес? Заебись. Ого! Да. А можно руку подать? Охренеть. Просто, ребята,
Просто нахрен охренеть. Так, да, отлично. Тут немножко я поймаю. Там вон. Куда кости скучно. Обалдеть вообще. Лютая дичь. Ребята, лэпы. Мы поднялись. На самый верх. Сейчас дам тебе твою воду. Ребята, то, что сменился немного угол. Сейчас другая нагрузка пойдет, и организм более адаптируется. Когда ты идешь в крутую гору, начинаешь пить, он расслабляется. Да, 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 вот эту тему ты сказал. Я чувствовал, что что-то так и действует. Серьезно, я без стёба сейчас. Нет, я просто сажу. Сейчас дам воду, чувак. Давай, отдыхай. Или мне энергетик. Энергетик? Энергетики лучше не стоит сейчас. Что скажете, ребят, плохая идея энергетики? Я уже 20 энергетика. Лучше энергетик, ребята, ставить, наверное, на кошку. Водичка. На вечер оставь. Нет, вот видите, вот сейчас нам дойти до тех станций, вон две крайние, все. Там другой совершенно вид на горы. Охренеть. Да, и вот оттуда. Я не могу выключить, мать его, камеру, блин. Мне нравится все тут. Можно, ребят, аккуратненько сзади давай, вот давай. Так вот. Да ничего, все, вы это, как будто я тут не нахожусь. Охренеть, вы только посмотрите на эти виды. Санчес, доброго вам здоровечка. Вот, да и вам, ребят, вы вообще вам, цар, ребят. Царские, просто царские, реально. Спасибо, что вы тут это появились. Рядом материализовались. Вот если я как бы имею опыт пилотирования летательных аппаратов, скажу вам так, что... Если отсюда взлетать, тут есть восходящий поток. Ага. Приблизительно вот в том направлении надо взлетать, подальше от лэпов. Потому на что... Парплане или на... На Цесне, например. 123-я Цесна. Здесь же раньше был аэродром. Здесь был военный аэродром. И скажу так, что отсюда реально можно взлететь. Блин. Реально. И вот если туда полетишь, меньше топлива потратишь, потому что тебя поднимает вот. Поток. Поток тебя поднимает. Слушай, интересно. Так да? Что так. Лёха, снимай. Давай. Камеры, сейчас все камеры будем. Это у меня велик, короче, я когда, чтобы цепь не попачкала. А, все. Потому что, понимаешь, новые штанцы купил себе, и жалко будет, чтобы это камильфо было. Ну да. Только вот эту вот себе на руку. Понял. И на другую руку сейчас. Объективчик целый, все. Блин, а вот какой индюк, если не ошибаюсь? А может, ой, какой индюк, юма? Нет, фиш ты здесь, что-то. Получается, отполярно. Реально, вот, блин, я бы это, у меня вот охота реально на самолет, штурвал на себя, закрылки, положение 20 и, так сказать, просто, ну, тягу на 70 можно выставить, плюс-минус, сотки здесь и не надо, и с разгончика... Тягу на 70. Нет, это понимаешь, когда ты пилот, когда, я вот долго управлял самолетами, когда ты долго летаешь... У тебя вырабатывается, как на велосипеде, чувство равновесия. Ты можешь взлетать и садиться. Ну, есть. Нету. Почему? Ну, есть хавка, но можем делиться вместе, пополами. Давай. Просто там чисто это самое. Все, снимаю. Любая деятельность, она может спокойно сочетаться. Кастомайз, блин, блогерство. Вот, а тут меловые скалы, смотри, какие мел везде. Мел, просто, ребята. Смотрите, а здесь другие гайки, снизу там одни были, а здесь другие вообще. М20, если что так. Это этот, пусть стоит тут. У нас, знаешь, у нас же получается основные тенденции, ну, основная программа человека, да, тем более в России, родись, отучись на высшее образование, пойди на работу. Если повезло, кстати говоря, на высшее образование, отучись. Да, да, найди работу, заведи семью, ребенок, дом,
Мы, кстати, как-то хотим дать, извините, что перебиваю. Да-да-да. Но как-то хочется сходить вот именно вот на Буту. Вот туда, вот. О, ребята, ну туда на параплане надо, чтобы... Знаете, как еще можно? Мы с дядькой на перевал собираемся сходить как-то. Санчес, это теперь святая палка, ты знаешь? Эта палка будет храниться в моем музее, в экспозиции. А вот после Припяти еще? После Припяти там святые штаны останутся. Фонящие. Потому что он в ковш хочет залезть. Да, и вылезть. Быстро, очень быстро. Короче, по поводу параплана, берем парапланы, грузимся на парапланы и просто на восходящих туда. Там садимся где-то, но там жесткая посадка будет, потому что склон, вообще нужна площадка. Значит, берем с собой вот эти быстро надувные лодки, перед приземлением надуваем, перед лодкой. Нет, там есть балаган, на самом перевале есть балаган. Балаган — это типа какое-то место? Либо, ребята, вместо параплана покупаем себе бухлишко, улетаем от ветру. Можно еще круче, можно купить, короче, трубы 200-е длинные, метров 12, сделать печку огромную, которая будет херачить. Вот эта тема. Я, кстати, себе в мастерской вчера запускал печку нормально так. Артур, а у тебя следующий выходной когда будет? Через 3 дня. Надо будет еще в среду. Я шел один день. Можно еще куда-то. День. Туда, смотри. Туда можно, получается, туда дичь. Проехать, блинки. Охренеть. Вот, да. От Хагапши. Ребята. От Хагапши где-то. Вообще пипец, ты смотри. Вообще. Просто. Туда, ребята, подлинки, ну что, вот туда залететь. Вот, нужен мотор. Без мотора наверх не залетишь. Реально, там не позволит высота. Пипец. Тут могут быть клещи? Уже вряд ли. Ну и могут быть еще клещи. Хотя тепло, вряд ли. Нужно рощу сделать на одной из лапок. Что сделать? Кто будет писать? Я буду писать, у меня есть маркер. У меня есть маркер. У меня есть маркер. У всех есть маркер. На камеру можно это делать? На конце вот это. А, мы в прошлый раз до какого-то вот до сюда, да, дошли? Мы... А, дошли, да? Охренеть. Не, ну мы просто, у нас была утром тренировка, тоже в прошлый раз. Мы пошли еще сюда. И сейчас у нас сегодня была утром тренировка, и мы опять после тренировки идем. А вы куда в зал ходите? А, до сюда. Знаешь, там Серега, Дэн, брейкдансер? Может быть. Вряд ли. Я Тимура знаю, брейкдансера. Давайте подойдем. Леха, кто будет писать? У кого хороший почерк? Явно не у меня. Тем более не у меня. У меня есть маркер масляный, короче, вот дольше, чем этот будет. Не давайте выцветает маркером. От ультрафиолета. Нож. У меня. Сейчас выбить. Не выбить. Только это нужно, чтобы не жалко было, потому что, скорее всего, зацепиться может. Сказали бы, я бы взял это самое зубило алмазное, чтобы выбить можно было. Так, а мы тебе тогда палку надо, раз у тебя много проблем. И палку держи, только не теряй ее, это святая палка. Не вздумай. Пошла. Я ее изолентой замотаю, не надо. Вон тоже, да, вот это если поляна. А, мы сюда на поляну это не поднялись. Нет, это дальше. Это вот та вот дальняя гора. Вон, которая. Там, со снегом? Нет, вот прямо вот, вот эта высокая самая. Так, так. И от нее ниже, вот там мы были недавно. Обалдеть. Это с какой стороны заезжали? Я сейчас могу видос показать. Охренеть. Артурчик, ты видел, да, я тебе скидывал видос? Ну что, погнали дальше, наверное. Ребята, если что, и чтобы вы понимали опять же это слово, я подключил зарядку сейчас к камере, и теперь... Да, и теперь у меня будет... Немножко подольше работать видеокамера, чуть-чуть подольше. Сейчас. Надеюсь, что видеоматериал, который я сейчас получу, он будет, ну, достаточно различим. И вообще все будет круто.
Так, давайте. Давайте посмотрим, сколько здесь радиация. Давай не тут радиация. Что? Давай не тут радиация. Да нет, вообще здесь 0,4 нахрен. Что за дела вообще? Куда радиация делась? 0,4. 4 микрорентгена в час. При норме 20. Очень низко. Я такую радиацию только в метро в Москве видел. Без комментариев, ребят. Просто без комментариев. Лёха, у тебя есть карта лидер? Да. Слушай, камера на тебя прям смотрит. Не низко она наклонена, на тебя, да, прям? Да. Ага. Хорошо. Можно помочь? Вообще, ребят, клевые места, да, Санчесу нужно подтянуться, а так все норм. Давай палку, давай. Нормально идешь? Ага. Заебали меня, 150 килограмм. Я думаю, что после похода это будет 145. Вон опять оттуда красивые виды. Охренеть. Вон. Как во сне, вот, блин, реально, во снах такая штука бывает. Да. Приятно такое. Пелена вот эта во сне, как будто. Да, встречный нет? Ветер, отсюда можно на этой. Могу пить? На планере, да, можно. Пить да, можно? Да, 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 да. Отсюда можно, кстати, но опять же, с учетом того, что здесь лэпы, нужно очень осторожно это делать. Если вон туда, куда оттуда, в сторону моря закидать. Да, то все, трындец. Прожаренный шашлык будет. Воздухоплаватель жареный на лэпах. Вон, смотри. Ребята, я провод нашел. Да что ж такое-то сегодня происходит? Провод высоковольтный, кусок. Алюминий, скорее всего. Слушай, подожди, он серьезно. Он просто лежит привязанный. Ё-мо. А, это окно, это не алюминий, это знакомое. Охранная зона ВЛ, что-то такое. Непонятно, что написано. Пойду пройдусь. Слушай, как будто в этом райские сады какие-то. Как будто я в каких-то параллельных мирах, ребята. Лекс параллельных. А, этот, да, скорее всего. Оптоволокно. Ни хрена тут видос. Вообще лютейший просто. Вообще лютый. Охренеть, ребята. Вот это видовая точка. Вот это вы посмотрите, а. Охренеть. Вообще слышно, как поезда едут. Вон вся Лазаревская отсюда. Вообще дико. Изоляторы высоковольтные просто валяются под ногами. Сумасшедший, а я просто еду. За мат простите. Бывает. Ты попил, да, все? Да. Ладно, давай сальтуху, братан. Как вы думаете, если море на 100 метров поднимется, здесь остров будет? Вот здесь или залив, скорее всего? Если море на 100 метров поднимется? Да, вот здесь не будет воды, это понятно. Но здесь будет залив, скорее всего, какой-то. Кстати, если море на 100 метров... Такая бухта будет, если смотрел бы горы как-то подровняли. А лэпки под воду идут плавно? Ну, нормально. Смотри, сколько ухи будет.
Там не только ухи, там можно будет с аквалангом артефакты собирать. Человеческие. Так, ребята, поднялись еще выше. И мы можем наблюдать тут вообще просто дичь какую-то. Короче, сейчас я пройду на видовую точку. Снимаю я с самодельного объектива, если что. Просто лазеревская, с высоты просто птичьего полета. Реально. Вы можете это видеть? Это вообще абзац просто полный. Обалдеть. Да, полная яркость стоит. То есть просто... просто все, вон там горы. Просто обалдеть. Промрайон Малышева. Малышева где? Вон Малышева. Как игрушечная просто. Обалдеть. Просто обалдеть. Ребята, это вообще дико просто. Вообще нахрен. На самодел снял все просто вообще. Ну, если не учесть, что там iPhone, блин. Женщина, алло? О, нормально. Телеграмму получили, да? Кидай. Нет, это не надо кидывать. Это что? Это выкинуть для этих. А, это самое? Это кусок алюминия. Обждите, сейчас я одену. А ты палку взял, Санчес? А палка у тебя, ты с палкой. Палка моя, да, вижу. Вот так, а если бы я там стоял, и ты бы мне палец прищемил? Когда мне в прошлый раз там не на ногу падали. Эгоист! Причем на руке. Когда мне в прошлый раз там не на ногу падали, тебе как бы было... Эгоист! Иди, о! Да. Нормально вообще. Да. А прикинь сюда с этим? С велодомом. Ну да, с палаткой. Не, велодом сразу, с печкой, с газом. С керогазом, да. Сразу можно ставить и все, и не, отсюда все не сниматься. Только воду нужно. Воду, да. Ребята, лежит волокно прям посреди поля. Это непонятное, что это? Прям вообще нормально. Ребята, снег вон там в конце, если вы видите, я увеличение потом фрагмента дам на монтажке. А у нас 17 градусов. Вот там. 17, а там 0. Там, наверное, даже минус. Охренеть вообще. Саша... Алекс Дарктэч, привет тебе, если видишь, если смотришь блог. Просто мы тут, блин, возле лэпок стоим. Вон, море охуенное. Море как будто над морем море другое, да, вон. Да, да, непонятно, да. Что двухслойное какое-то море. А там что, корабль или течение, что ли? Вон там такое пятно такое, вон видно. Это от этого.
от солнца или от речки идет. Выход с речки, скорее всего, какой-то. Вон, выход с речки. Но я вижу, да. А, излучина, это граница, ребята, это южная граница пустоши. Она же это самый бордер, да, граница. А вон мидл пустоши, а вон там, короче, North End называется, короче. Ну, это мое обозначение, моя карта. Вперед! Погнали! Это откуда? Властелин колец. Обалдеть! Мы летим на встречу жизни и огню. Быстрее, Мун! Ярче вспышки ядерного огня!